привет! Меня зовут Ира, и с вами, как всегда, рубрика вокальных советов от школы вокала Drive. Сегодня я расскажу вам, как брать очень громкие ноты и делать это высоко, если вам нужно, или вообще просто петь громко. Для этого я советую выйти в парк, чтобы вы могли себя чувствовать раскрепощенней. И сделаем такое упражнение. Сделаем сначала упражнение, которое называется «Собачка». Ставим руки на диафрагму и дышим очень-очень быстро. Потом можно закрыть рот и попробовать делать вдохи-выдохи через нос. Это может быть бесшумно, и желательно, чтобы было бесшумно. Но первое время вы можете делать это громко. Следующий этап. Вы очень резко извлекаете звук с этими толчками. Сейчас я покажу, что нужно сделать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но только с толчками, которые вот пульсируют посреди вашей диафрагмы, посреди солнечного сплетения. Вы эти толчки должны чувствовать, как работают ваши мышцы. И только с помощью них выталкивать ваш звук. Ха! 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 Даже если на вас обращают внимание, вы можете воспринимать это как выступление. Итак, как соединить это с голосом? Для начала мы просто выталкиваем звук, и потом останавливаемся после толчка и немножечко протягиваем его. Поехали! Ха! 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 Можно подняться выше. Ха! 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 Таким образом, вы почувствуете, что такое ваша опора, что такое опора голоса, и как можно очень сильно и громко взять высокие ноты. Всем спасибо! До новых встреч!